Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров и все это на канале «Китай стал ближе». Ну что ж, друзья, приступим ко второй части видео и начнем делать ходы. Будем использовать вот такой вот пластилин и будем лепить ходы. Так, дорогие друзья, вот что получилось в итоге после вынимания пластилина. Почистил я его немножко, значит, вот получился вот такой формикарий. Здесь, значит, вход у нас вот здесь вот есть вход, есть вход вот здесь вот. Думаю, по вентиляции должно все продуваться хорошо, потому что снизу будет продуваться она. И вот ходы ихние. Для маленькой колонии, я думаю, для моей это еще рановато. Колонии надо будет подрасти. А так, формикарий, я думаю, нормальный. Но не знаю, как скажут знатоки. Вот здесь вот вода будет. Заливаться она будет по вот этой трубке, которая будет отдельно. Здесь будем заливать воду. А здесь у нас сама арена. То есть арена, поставим украшения. Все остальное. Вот здесь будет арена, будет где им гулять. И еще сделаю крышечку. Но это уже мелочи. В основном формикарий готов. Помучился я, конечно, помучился с гипсом. Первый раз заливал, он быстро застыл. Я даже не успел залить, только развел. И он у меня застыл. Вот пришлось второй раз заливать, уже удачно получилось. Ну, в принципе, я думаю, хорошо получилось. Знатоки подскажут, что сделано не так. По поводу вентиляции, думаю, должно продуваться. Так вроде все. По толщине, конечно, получился большой, можно сделать, наверное, и поменьше. Вот, еще по воде забыл я, купил, но не пришел он. Это
измеритель влажности, хотел встроить его тоже сюда, тоже залить, чтобы знать, какая влажность. Но думаю, это можно будет сделать в следующем формикарии. Тоже есть план по другому формикарию, но уже без арены, просто пластиной сделать поменьше, потоньше, залить пластинку. Вот, еще сделать формикарий. Хочу еще попробовать сделать деревянный формикарий. Так что планов много, было бы время. Вот так вот. Кому понравилось, ставьте пальцы вверх. Расскажите, что можно еще доработать. Может быть, что-то сделал не так. Главное, сегодня все. Следующей неделе, наверное, буду переселять муравьев. Переселять буду, потому что осталось у них очень мало воды. В инкубаторе практически нету воды. Так что надо их куда-то выселять. Новую пробирку надо. Есть у меня две пробирочки, надо их прокипятить. И буду переселять в другую пробирку. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами, ставьте пальцы вверх, рассказывайте, как что можно доработать. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч!